А у Сережи эксклюзивный конец. Да, мы выяснили между сериями, что у меня эксклюзивный конец. И всем привет. Да, всем ребят, привет. Мы сегодня, у нас путешествие в аду, я понятия не имею, зачем ребята мат, но небесная мне нужен плац. Небесная ягода у меня есть. Я теперь небесно-ягодичный. Ягодичный. Можно ее забрать? Я уже забрал. Так, а я буду собирать кварц, это самое нужное мне для построек дальнейших. Воу-воу-воу-воу, кто меня бьет? Как всегда, ребята будут упарываться, а я буду строить что-нибудь по технике. Как всегда, они будут упарываться, а что строить, ага, конечно. Как ты про нас-то, а? Огненная нитка, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Понимаешь то, что у меня меч на 4 сердца атака, понимаешь? Понял, кто будет упарываться, да? Да-да. А то ребята прям, привет, с нами я будет. Сейчас смею будет на 4,5 атаки. Да, ребята, вы понимаете, что как бы здесь вариантов не дают, если ты не упоришься, то все. Да-да-да. Но ты не бурундук. Да, ты сразу не бурундук, и тебя не пускают. Вступайте в ряды бурундуков, упоротых. Упоротых бурундуков. Возможно, мы вас примем. Сколько кого-то задену киркой? Куда я пока кирпичики свои выложу, которую я выложу. Слушайте, а вы можете мне сказать, у меня была такая ситуация, что я свинозомби не трогал, он меня взял и побил. А я какое-то прозрачное дерево нашел. Не бывает такого. Прикинь? Бывает, у меня было. Не оно бывает. Ничего не разбивается никак. Не офигеть. У меня было такое. Никогда такого не бывает. Ну ты к чему? Ты ему просто крепость? Не понравилось. Ты ему подошла да, такая, он понравилось, он говорит, давай. На свинозомбском. Кайзер владеет этим языком в совершенстве. Да? Да. Да. Таким посылательным. Да он вообще мастер. На все руки. Да отсись от меня, блин! Тут скунсы, мать их! Или кто это? Это не скунс. Это какой-то непонятный на скунса похож, черно-белый. Черно-белый скунс. Похоже на него. Как это так? Черно-белый скунс. Стоит дерево, под ним стоит огонь. Короче. И? Жарит его ветки, и ветки становятся другого цвета. Ну, это подпаленные веточки становятся, чего норм все. Это фантастика. А ты кто ты? Кто, что за адская белка, блин? Пошла. Я же говорю. Что черно-белый скунс какой-то. Это называется наркомания. Ребята, это называется бородычки. Кто лаву тут разлил? Кто лаву разлил? На бородычков напали, да. Мы опасные. Всё, я отсюда по-тихому свинчу, пока меня тоже не распространилось на меня. Да, пока не зацепило меня. Не накрыло. Проветрю дом. Ты уже болен этим, понимаешь? А вам нужна кварцевая руда? Я уже инфицирован. Конечно. Нам кварцевая руда просто что за свиньи? Ой, а у них сзади крылышки и хвостики. Бедя. Что за свинья? Блин! Надо сделать больше лифтов и лучше их разместить. Кто? Ох, ё, впереди он такой злой. Как, где бы их разместить-то только? Тут-то никак. Ай-яй. Крепость, ау, крепость, ай-яй. Ты где? Крепость. Ау, блин. К писарю попадать. А у меня желтый облака. Кому там кварц нужен был? Желтые облака. Кто нужен был кому-то? Кто-то что-то делал в этих облаках. Они желтые стали. Мордред, как тебе не стыдно? Облако серый, ребята. Серый. Облако серое. Есть черный. А ты ж, блин! Как страшно было-то. Грибочек. Так, эту печечку мы перенесем. Да. Синий гриб. У меня тут слабый обсерыш, так что извините. Слабый обсерыш. Обсер. Ну хоть не сильный обсер. Ну хоть счастье-то какое, да? Слабый обсерыш. Синие грибочки! Ну что, синие грибочки? Обсер мозга, блин. Реально для морды, да, это все. Так, мне нужен еще один портал. Элеватор. Ребята, где портал домой? Нет. Там. Я вижу опять эту летучую мышь, которая очень любит взрываться, когда я хожу, блин. Я нашел портал домой. Пошла отсюда! Пошла! Пошла! Синий светогриб. Где? Они что, светят? Опять это. Да? А, я шерсть оставил. А, я песок душ нашел. Где?
Вам нравится эта новость? Я нашел. Да, там вообще. Вообще, знаешь, мне вообще как-то от этого не канифоль. У нас есть для создания зелья штучка вот эта варочная. Так же это. Оп-оп-оп, между дверей так прошел ловко. А это что за ерунда? Вот ребята, так. Потом, короче. Ой, тут какой-то. Кто-нибудь пойдите. Это кто такой? Где? Чувак такой. Ох, ничего себе. Вот это? Да, вот это. Вау. Фаер элементаль. Ничего себе. Фаер элементаль, какой-то у него эротичный. Он злой. Фаер элементаль. Злой. И чё? И всё? Это всё? Фи на него тогда. Было что? Было из-за чего? Было бы из-за чего кричать. Дерево. Я хочу это дерево. Не, понимаешь, он такой страшный, ещё бежит на тебя. Так. Эй, и чё? И всё? Ничего. Скажи, ты, кому нужен там был этот? Кровавое дерево. Кварц. Что от кровавого дерева? Надо что-то? А где оно? Кому дерево. Слышь, тебе кварц нужен был. Слышь, иначе кварц. Свинья в шапке. Забирай весь кварц и ставь меня. Свинья в шапке, не буду её бить. А, нет, там просто. А знаете, насколько у меня меч атака? Сколько? 4,5. А что это за штучки? 4 сердец. Колючие блин. Почти что 5,5 сердца я могу одним ударом. Нифига, ты с двух ударов, значит, убиваешь любого. А мы будем убивать этого, как его? А, обязательно. Ну как его? Бодрушка тоже будем убивать. Ну как его зовут? Ну этого как? Бу! Да-да-да-да-да! Как его зовут? Как его из этого? Ну этого мы будем убивать, конечно. Трёхголовый который, из голов. Конечно же убьём. А, из сушителя этого. Из скелета? Из сушителя. Какой скелет? Нет в Майнкрафте никаких скелетов, Тань. Из сушителя. Искушитель. Я очень балдею с этого ада, где деревья вверх ногами растут. Я это просто. Норма. Это же ад. Где весь мой вот этот вот крутой такой фиолетовый? Я нашел. Я нашел. Дядя Кайзер все нашел. Дядя Кайзер молодец. Дядя Кайзер репорт ловил в стиме. Он похож на огурец, такой же зеленый попырышку, блин! Что ты нашёл? Гаст-то нашёл. Гаст пошёл вон. Вон пошёл. Гаст пошёл. Гаст наказан. Крепость нашёл, все сюда. А я что говорю? Я говорю, дядя Кайзер всё нашёл. Ребята, сюда. Нет. А да. Нет. Я не поведусь на эти провокации. Крепость, реально, вы чё? Я тоже тут не поведу. Реальная крепость. Реальная крепость. Тут уже и, блин, лампы. Мы не верим Кайзерам и Танем. Бородавки выкинули. Наверняка нас обманывают. Да. Я не умею обманывать. Что это за шайтан машина? What? Шайтан. Ничего себе них слотов. Слушай, я возьму тебе и... Я возьму слотов себе, да? Нет, слоты не бери. Слоты мои. Я себе в комнату такой притащу, короче, потом, когда ты выйдешь с сервера. Бородавки! Ау, бородавки. Короче, эти провода проведу до своей комнаты, короче. Зачем тебе эту штуку в своей комнате, ты мне объясни. У меня кончился... Она громоздкая, она мне нравится. Она будет по комнате занимать, мне надо будет декором заниматься. Почему они такие веселые? Мне изер... кварц сжарит. Как все запущено у Кайзера стало. Больше в Низер его не пускаем. Где бородавки? Где адский нарост? У нас есть бородавки, как вот. О, блин! Этот скелет. Ты уже все собрал? А не собрал. Вот адский нарост. Вот он. Собирай. Быстро. И этого надо накопать. У меня есть быстро телепорт теперь. Только двери мне мешают. Пясочка. Какой телепорт? Покажи мне телепорт. Пясок! Да он все там же, он только теперь еще один этаж захватывает. Видишь, теперь вообще удобно. Танки, ремзи, мой. Тушителей. Оп. Паркур. Нет, надо назад идти. Назад? Фух, вот это да. Нарвался на иссушителя. А столик я же крафтил. Я же крафтил этот столик. Вот еще Барата. Я его и извел. Какой столик? Есть, у меня есть паттерн кодер. О, эти. Почему они именно здесь должны быть, а? Бланк паттерна. Слышите, а эти бородавки обязательно в темноте садить? Тихо, 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 тихо,
Нет, они нормально растут везде. Хотя бы десяточку. Нет, я, ребята, мимо проходил. Мимо, просто мимо шел. Ну, я тут просто гулял. Веконские брони, зажималка и золотой скин. Зажималка? Да. Теперь зажималки есть в сундуку? Класс, золотых. Я думал, зажигалки есть. Ну-ну. Конечно. Так. Сначала вот эту фигню надо заинкодить. Вот отлично. Теперь заинкоживаем. Тиана. Чё? Да. Тиана назажималась, короче, там. Где-то. Да. А я уже автокрафт. А почему ты не собрала вторые, а? Эти бородавки. Я там собрала. Нет, тут есть еще просто за теми бородавками есть еще вторые. Собрала. А, ты специально оставила еще за лестницей там, да? Золотая броня. Тиана. А. Я собрала всё. Зажималка. Точно зажималка? Так, это обжигает. Кайзер, что сундуки не срубаешь? Зачем они засовывать? Кайзер, ты знаешь то, что у меня есть теперь лук, который я никому не дам? Золотая броня конская. Решил левел взять из этой, блин. Конская золотая броня. Даже остаток есть. Он остаток скинул. Ну и оставляй себе. Иди сюда, стреляй этих, как их, гастов. Ну я могу, мне просто два. Мне надо одна стрела с собой всегда. Сейчас одну стрелу найду. Так, что было бы еще бы мне обучить эту машину? Так. Кайзер, видно, понял, что я нашел. Да я не знаю, что я нашел. Мне по большому счету некротическая кость. Вот так вот. У тебя есть одна стрела, слушай. А, мне крафтинг монитор нужен, точно. У тебя одна стрела есть. Можешь найти одну стрелу у тебя в инвентаре? Точно. Стрелу? Да, в попе. Как она крафтится, кстати, стрела? Перо? Это из этого, как его там. Ну, этот, кремний. Ну, да, кремний, да, и палка. Понятно. Нет, у меня такого. Есть стрела. Бродю. Отлично. Есть стрела есть, я еще найду. Если бы скелета убей. Скелет убей. Будет тебе стрела. Найдите мне скелета, убейте его и дайте мне стрелу. Идеальный план. Да. Ой, эти! Как, ифриты? Да, ифриты. Да. А у меня есть стрела, слушайте, ладно, не надо. Отбой. Гните, гните все моих стрел. Алмазы? И что это? Ну, Кайзер пропускал сундуки. Незер кварц даста нету. Как это случилось? Мать его. Все, теперь там не надо бегать. Ты труп, и тебе боишь, что ты попал? У меня меч, который на 4-5 на мага. Столько сёдел. Газ. Нет, это как он, ифрит? Чё это, я газ даю-то? Если он ифрит. Ты пропустил сундук с этими, с... Да мне плевать. С алмазами. Плевать я на него хотел. В этих сундуках только конская броня, больше вот ничего. Так зато, блин, сколько конской брони можно надо собирать. Учить его. Знаешь, какая уж насобирала? А, у меня тут... Таня, давай ко мне быстрее! ТП? Да, давай! Ты это... Ты уделаешься просто, когда это увидишь. А! Я ж говорил. Лео, чем они там занимаются? Блин! Вот парни, хотите приколоться? Я... Огромный Пикачу? Да! Нет, это надо посмотреть. Это надо посмотреть. Серьезно. Обалдеть, иди сюда. А, блин. Это капец какой-то. Это такой Пикачу, блин. Или это все, что от него осталось? Где? Блин, это да. Давай, пока мы его не убили. Я только что заметил, что я не сделал метку на там, как вернуться домой. А что сделать? Зачем тебе? Нет, подожди. А, спаунер? А, блин. Пожалуйста. И что, зачем тебе портал ган? Ну как, зачем? Забрать портал к себе туда. Как ты его заберешь? Спаунер забрать. А, портал ганом, вот так вот. Нет, так. Гравиганом, это не... Сделай мне портал. У тебя есть точка ада, портала? У меня есть... На меня можешь тэпнуться. Если я сейчас... Мне не надо тэпнуться, мне надо, чтобы кто-то здесь сделал... Да, ёлки-палки. Здесь кто-то сделал то... Вот портал вот здесь где-нибудь, короче, домой, помещение. Да? Да, не-не-не. Потом... Порталу. Да. Порталу сделал портал. Портал к вот. Порталу. Да. Подожди. Давай, делай где-нибудь здесь, и потом тпшитесь к порталу. Сейчас. Раз. Давайте тпшитесь отсюда.
А где портал находится? А я пока точку поставлю. 2-2-2-2. Портал, подожди. А я не могу тут не тпхнуться. Будь здоров. Что за нафиг? Где портал находится, блин? Блин, нос там. Так, сейчас я тебе скажу. Маркеры. Портал, значит, 0, высота 32 и 32. ТП, 0, 32. Пробел 32. О, я боюсь. О, я прямо у портала. Ну вот, ставь там портал. Сейчас я подумаю, где поставить. Все. Ты ставь. Подождите. Все, нет? Все, все, все. Так, проходим. Ну да. Прошел. Все, есть. Работает. Опа. Относительно. А можно домой? Вот нам домой телепортнуть? Вот я пробую. Сейчас его забрать. Чё у меня за дела? Чё за дела? Чё это я? Все, 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 телепортнулся. Во, я с порталом. Так, с этим, со спаунером. Со спаунером. Так, теперь я его вот здесь поставлю. Ребята, я пошел за овечкой. Okay. Так, закрываем. Теперь вот на полу ставьте факелы на каждый блок, чтобы они нигде не появились. Там можно на каждую сторону просто поставить, этого хватит. Ну, обычно не очень. А давайте сушителя убьем. Да. Его надо сначала заспаунить, Тань. Ну, так головы нарыть. Всего-то, я там, помнится, это фиговый часа 4, нарыть, наверное, выбивал. Знаешь, сколько надо бегать? Знаю. Я часа 4, по-моему, выбивал, если не больше когда-то. Фух, ребята, я принес нам из ифритов. Короче. А я сейчас принесу кое-кого. Все, теперь живем. Кстати, удобно, так раз и печечка там уже. Ребята! У нас сейчас там есть это варочная стойка, будем зелье варить. Варочная стойка, блин. Я, наверное, надо было оставить для алмазных чипонов. Есть там стойка, я же сказала. Стойка есть. Стойка. Я ее стыприла с этого, с мира. С Лёриана. Цветочного. Так, маркеры. Куда вы поставили спаунер? А, вон еще двери то такие. Я его закрыл там. Интересно, они с платформы таких открывают? Да, открываются. Прикол. Вот это прикол. Вот. Клево, правда? Угу. Еще в лес смотаться, набрать этих дверей. У нас тут как дверей. В дурдоме на этом этаже куча дверей. Да. У нас это самый такой модный. Суйти с ума можно. Самый такой артхаусный этаж у нас. Тут я думаю, я займусь тогда всякими этими... Зельями? Нет. Ой, сейчас, извините, я передвинусь немножко. Такие звуки давай будут. Давай бородавки будем. Куда там передвигаешься? Поближе к парам. Поближе к парам. Бородавки, дайте, пожалуйста. Это сам. Они в сундуке. В каком? Вот, сейчас тебе дам. Самая профессиональная печка у нас до сих пор, это железная печка. Где делать? О, я тебе тут помещение могу выбрать. А как это делаешь? Оп, оп. Магия, это техномагия. А. Я тебя тут внизу посадю их. Зачем? Их можно на улице посадить. Да, давай на улице. Да, абсолютно. О, прокрафтовал. Кушите мне, пожалуйста, место. Куда сюда? В этот свой. У меня появился целый один сторож бас. Есть ли смысл ваши сундуки сторож басовать? Нет. Что это такое? Подсоединять к системе, или мы просто в них ничего не будем хранить. Так давай эти сундуки потом переделаем по-другому, просто если так нет, не сюда. Они как бы, понимаешь, сейчас вопрос в чем, они не актуальны по вместительности совсем. Ну так, а я про что? То есть их либо просто оставить как декор здесь стоять. Я объясняю, это было сделано как начало. Нет, я предлагаю их просто как декоративные оставить здесь. А ты набрал песка душ? Нет, я не набрал песка душ. Пусть декоративными так и стоят. Эх, хватит сторожить. Того, что ты набрала. 20 штук, ну ладно, да. Что, я думаю, 20... я столько сторож басов не скрафчу нифига. Сейчас, сейчас. Жуткой лень это заниматься. Все, вот тебе 20 штук, пожалуйста. Спасибо. Песок забери. Раз, два, три, четыре. Раз, два, четыре, четыре. О, какой он медленный. 16 на раз, два, три, четыре, пять, шесть. 60 это еще 36. Лёрин, 96 сделать... сторож басов, наверное. Две пары ботиночек, что надо? Нифига себе. Перья. При такой их ценнике, блин, ты офигеть. Давай ты сделаешь две пары ботиночек еще. Лучше чипов, блин, наделать. У меня там портал разобрала, тут не портал, а сборничная. Че, все еще в аду, что ли? Нет. Он в заду. А, вы бородавки растите? Да.
Да. Так их можно в миру нормальном растить. Они растут нормально, они на песке душ растут прям. Им норм. Все. И все. Еще остались. Все, больше не надо. Натиск. Этого хватит за глаза. Погрызи! Вот этого. Оля, не хочу их грызть. Мне вулканов хватит погрызть. Варочные стойки. Где грызи? Так. Так а может прям тут маленькое зданице построить? Вон уже так... первые проростки пошли. Варочную стойку поставить. Зачем? Ну ладно. Глупость ляпнула, ах, простите. За не говори. А вот за этими дверьми надо сходить. Сделать этих гастов... Спавнер, как его? Леория! Портапоем, где устраивать, вот, и все, и, короче, конструкция. Леория! Леория! Нету здесь таких. Зачем я тогда иди это сюда, я построю? Тебя заседлаю. Не, не буду. Надену тебе конскую броню. Не надо. Че? Слушайте, куда я поставила варочную стойку? Я тебе не лошадь, мне оседлать. Яйцо. Наивный. Где барочная... Барочная... Барочная стойка. Он лучше штаны одень, Таня. Барочная. Барочная стройка. Так, куда бы ее поставить, а? Таня, штаны одень. А то неприлично ходишь. Куда ее впендерить, эту стойку? А давайте-ка сюда. Да вот поставь тут, смотри, сколько всякого уже. На втором этаже, там, где у меня этот кабинет. Поставь там. Вот сюда я куда-то поставлю. Таня, штаны одень. Сейчас, дай я сам поставлю, подожди. Дай. Сейчас, давай, тебя запрыгнуть. Ну иди сюда, ну иди сюда. Ну, кстати, тоже штаны развалились. Не надевается, прикинь. А седло? Че, никак, да? Ага. Ты какой-то неприручаемый. Да, я дикий. Кно. Скакунец. Оп-оп. Йо-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 
глаза, типа, ты чё, вообще делаешь? На тебе. Чё, зачем ты мне это даёшь? Нет, ты вот, задекорировал под... Давайте а, сделаем камин! Нет, смотри. Точнее, там не чизл, а как этот мод назывался? Не нейчера. Натура. Натура. Нет, нет, там был другой мод, там еще такие... А пол... Блин. Нажимай плита. Косые блоки. Садского. Карпентера, во, карпентера. Садского? Блин. Ну иди наставь стойку варочную, барочную. Очень слушай, жаль, что здесь нет карпентеров. Давайте ну, камин сделаем где-то. Камин? Да. Зачем? А смысл дома палить? Чё? Так, Татьяна за мной. Дома хуже уже точно не будет. Что? Не переживай, нет, сюда, да. Сюда. Командуй, ты посмотри на него. За мной. Я пойдём. За мной, ко мне, ко мне. Пойдём, пойдём, пойдём. Хороший, хороший бурундушка. Пум. Ну ты офигеть показал. Прям откровение. О, красота. Да, какаться можно. Ну что, ребята, я думаю, сколько там по таймеру, по твоему, по градусничному? Сундучок сюда запилите. Сколько сундучок там по твоему градуснику? Да. Осталось. Кварца, пыль нижнего мира. Сундук нужен? Сейчас будет. Я сам... досок у меня нет. Сейчас, ладно, париться тут. Раз, два. Оу, а что это за штучка такая? Какая? А, Nether Forum... Короче, вот это вот. Печь? Да. Печь? Нет? Да, печь. Все, есть сундук. Она сюда будет. Она, короче, из класс этой... надо вот... камнем адским, короче. Я пошла. Ее. Вот ее вместо вот этого блока поставить, а тут еще один сундук. Не надо ее ставить вместо этого блока. Я пошла прикольно за песком стекла делать, буду бутылки делать. Все, отлично, у нас будут бутылки, останется только разливать. Стой, 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 дай мне свой сундук. Не, не надо мне тут. Давай свой сундук. Я хотела ему конскую броню отдать. Сундук и без конской брони. Он был на коня похож. Он на коне не похож. Скормить. Кстати, куда ее сложить, броньку? Так, надо посмотреть, что у меня есть в моих имениях. А, та, 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 неважно. Это не прожарить. Ну знаете, в этих ботинках по льду очень хорошо бегать. Будем просто считать, что я ничего не слышала. Что? А что ты на нас одеваешь броню? Блоки кварца, ребят. Понимаешь, я это сказала в шутку, а ты это все серьезно. Я что ли не в шутку? Это мой сундук, что ли? Телфор это всегда такой. Я знаю, я из чего сделаю свои двери.
чтобы они отличались от дверей, ребят. Смотри, синий светогриб. Чё это? Блин, это почти потолок. Где их садить можно? Синие светогрибы? Грибы. Чей сундук? Багаж. Чей багаж? Так, у меня есть топорик какой-нибудь. Тут. А, это тоже кирка. Упоротый багаж. Ладно. Иди сюда. Блоки. Кошаки воют. Вообще вы их не кормите, что ли? Забыли совсем про кошаков. Какие кошаки? Надрываются. Они уже там все умирали от голода. Надрываются. Угу. Я забываю размножать своих пёсиков. Таня, там они уже тагавкают, мяукают очень сильно. А я опыта принёс. Как это? О, как. Короче, так пройти нельзя, а вот так... Кайзер, помнишь, ты находил деревню, где спавнится эти... Прикольно. Лошади? Да. А? Можешь это пешнуть? Нельзя. Сейчас. Деревня плюс лошади. Телепортироваться. А ничего ж тут ночь, а? Да вообще норм. Ну я вам лошадки. А, вот лошадь, спасибо. Систи, жеребец, пойдем. Тут где-то рядом и шаки. Телепортируй еще. Сразу три штуки, Люрин. Конечно. Брони хватает. Сюда. Лошадок приручить надо. Да. Брони хватает. Я говорю, четыре надо телепортировать тогда. А, четыре. Они что-то не. А, вот все. Еще. Прям в нее стреляй. А куда я броню сложила, блин? Кроу, мне нужна твоя шапка, она просто шапка. У тебя нет такой шапки? Чё ты мне на шапке? Дай сундук, я убью. Ну-ка. Или я уже опоздал? Опоздал? Отнимание шапок с лошади. Ты куда её? Вот ещё. Отправил. Ну, в принципе, оставьте лошадей уже. Да вот именно, не трогайте. О, Эндера. Мы до сих пор же не были в Энде. Значит так, ребята, у меня есть, по-моему, два седла. А куда ты? Куда ты? Куда? Никогда не угадаешь. Так я и не угадываю, ты мне скажи, куда. Я и не на поле чудес. О, он в дом прямо их телепортировал. Критику. Обалдеть. Где лошадки? Все, сдох я. Где лошадки? Да-да-да. А офигеть, а чё у меня кровать не сработала? Да-да-да. А, потому что я, наверное, был в другом пространстве. Где лошади? Да-да-да-да. А, я же могу туда тпхнуться. Всё? Нет? И отомстить. А где ж лошади? Где этот? Где лофатки? Я должен ему отомстить. Лофатки. Да ёбать. Уйди, ку-ку. Мне бы сейчас мечик на 5 урона, да? А, их ещё приручить надо, точно. Надо... Блин, жмот. Здесь жмотяра. Иди сюда, мой дурак. Все нормально, а? Ух ты ж, блин, какая ты злая. Куда она идет, а? Есть. Блин. Один перл выбил все-таки. А где седло? Куда она в подвал попёрла? Я сейчас тебе дам седло. Эй, ты! Война слушали. Одно. Не одно. Сейчас. Куда она пошла, эта лошадь? Да что ж такое, блин? Ну что ты? Плохое ездовое животное, как казалось. Тебя, скини там... седло сразу. Пока где что. Где ты? Да перед тобой почти стою. Над тобой ты. А. О, моя лошадь. Вся броня у меня, если что. Всё, седло нормально. Как больно. Не, Кайзер, что-то. Твоя лошадь не для домашних поездок, это надо на улице. Ты... Не трогай мою лошадь. Давать вам броню или не надо? Давай. А сейчас все сундуки есть. Потопчут. Я ж приручила, сердечки были. О, все есть. Блин. Как там на нее седло одевать? Ну все, зашибись, теперь у нас конюшня. А я предлагаю прям по ковру потопчись на лошади. Вот тут делать конюшню. Я твой дом пристройка делал. Та-дам! Та-дам! У меня, кстати, заканчивается. Я алмазную. Моя лошадь. Алмазную? Алмазных всего две. Одну я себе забрала. Да. Блин, я тоже что-то лошадь захотел, вы так как-то агитируете активно. А там она лишняя есть, если что. Оп. Отдай мою лошадку! Да ладно, катайся, разрешаю. Ура! И тут вот этот змейку надо проходить. Блин, он что-то не пролазит. Бирка. Так их размножать можно, слышите? Кто пожертвует собой для размножения лошадей? Надо... Мордред!
Есть где-то слитки? Мне еще 3 штуки надо. Слитки? Золото? Да, золото. У меня есть слитки золота. Дай мне 3 штучки, пожалуйста. Тут сейчас размножу их. Дофига. Золотом они золотом размножаются? Нифига они зажиревшие. Нет, золотым яблоком. Вон лежат, вот лежат. Золотым яблоком? Где? Вот. Таня, золотым яблоком? Кайзер, ты где? А где? Я здесь, ну что? Сидишь, молчишь. А, 16 штук надо. Ну нифига себе, блин, как цены растут. Надо 2 яблока и 16 штук слитков. Так, ну 13, 3 тебе уже дал. И сюда, блин. Вот еще три. Нет, не пойду, ты противный. О, спасибо. Сейчас ля-ля-ля-ля-ля-ля, я самый хитрый. Золота становится меньше. Чем ты хитрым? Хитрый. А, ты иди посмотри. А где ты? Где ты? А где он ты? Он что-то сделал уже с лошадьми. Блин, что это было? Ну и что? Я вот тебя лично убрал. А, ну её привязал. Блин, нифига себе. Кайзер. Я самый хитрый по сравнению с тобой. Посмотри, что у меня есть. Он фундук купил. Когда чей? И что? Сейчас, подождите. Так, это не прирученные. Эй, мою-то лошадь куда? Так разогнался, ёпа! Отпусти мою лошадь! Моя? Мою не трогайте. Они не подписаны. Я не успел ещё писать. А не успел я пометить, а вы мне уже гнали ее. Сейчас их будет не сколько там, 4 лошади? Сейчас будет много лошадей. Не успел ее пометить. А вы уже угнали мою лошадь. Ну так цыгане, чё? Я так и знал. Это все цыгане. Цыганский дом. Я думаю, вот так будет лучше. Ты где все бирки? Было же вроде много бирок. Бирки. Ты пиво что ли выложил? Зачем ты пиво выложил? Ток. Бирки. Ток. Ну много. Дело шатки. Мне кажется, двери надо выше делать. Да и мне тоже кажется. Ты как-то головой. Стой, говорю, иди сюда, едь сюда со своей лошадью. И двери. Ну зачем? А, ты на лошади? Да, на лошади вообще не очень. Ну если быстро проскочить, наверное, эти два блока не очень-то заметны будут. А можно под ней блоки сломать, и она повесится. Ой, ребята, полчаса, пора заканчивать. Слезь, подожди, дай размножу. Слезь с лошади. Так. Все, давай их. А переименование в бирку. О, засос они. А, еще себе. Дайте мне бирку. Да если я на эту штуку сяду, она сразу ноги сломаются. Создай бирку. Бирку создать можно вообще-то. Я знаю, но у меня их было где-то штук 10. Нет, вру. Где ты тут еще лошадь видела? Все, ладно, она вырастет, потом их между собой скрестим. Это чья лошадь? Это не чья? Там, это сына с матерью скрестим. Да ничего не видел. Никто ничего не видел. Да как это 5 опыта, блин, ты что? Никто. Все, власть сгорела, никто ничего не видел. Так, эти что, никак они не хотят? А жеребёнок, он когда вырастает, он получается, ну, беспризорный, как бы, не приручен. Конечно, беспризорный. Так, ребят, давайте заканчивать. Да. Бумага. Мы, короче, заканчиваем. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться, не забывайте оставлять комментарии. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Всем пока. Пока, ребят. Увидимся.